Этот интенсив, эта практика, она будет направлена на то, чтобы восстановить тело. Очень часто, когда вы занимаетесь, например, редко или наоборот занимаетесь очень интенсивно, тело закрепощается, и те асаны, которые вам давались легко, начинают получаться очень сложно. А также этот интенсив рассчитан на людей, кто занимается уже некоторое время, для тех, кто уже сам преподает йогу, и для преподавателей йоги уже очевидно становится, что на личную практику становится очень мало времени, сил, вдохновения. И хатха-йога отходит в какой-то степени на второй план. Когда она отходит на второй план, естественно, уровень гибкости и подготовки в асанах тоже уходит. Я надеюсь, что этот интенсив поможет каким-то образом восстановить тот уровень, который у вас был, или, может быть, даже выйти на какой-то новый уровень. Если ваш уровень подготовки пока еще не позволяет вам выполнять эти упражнения, буду предлагать вам какие-то облегченные варианты. В то же время, возможно, ваш уровень подготовки будет уже очень глубоким, очень продвинутым. И в каких-то упражнениях, в каких-то движениях вы будете чувствовать какую-то скуку, отвлечение. Старайтесь убирать посторонние мысли, сосредотачиваться на том, что мы с вами будем делать. Наша задача – провести эти 3 часа, которые нам предстоят, с максимальной осознанностью и в состоянии присутствия. Давайте попробуем сделать это в течение 3 часов. Будем постоянно возвращать наше внимание к тому, что мы делаем. Выполнять то, что мы делаем не только телом, но и всем нашим существом. А то, что мы с вами сейчас пытались сделать, это практики начальной буддийской медитации, как я говорила, шамадха и випассана. Шамадха – это однонаправленная медитация, пребывание в покое, когда вы полностью успокаиваете ум, когда вы убираете все отвлечения, мысли, колебания. Если вы представите океан или какие-то волны, то, что на поверхности, может быть шторм. Внутри и внизу есть состояние покоя, это штиль. То же самое вы стараетесь сделать с вашим умом. Вы успокаиваете, сглаживаете те мысли, которые у вас происходят. Это мы с вами пытались добиться с помощью бусины, с помощью внимания и бдительности. И далее мы пробовали развивать состояние ясного видения или состояние випассаны, когда вы пытаетесь прислушиваться к вашему естественному состоянию. Оно есть у каждого человека, но очень загрязнено теми настроениями, которые мы с вами впитали с детства, впитали с тем опытом, который должны были приобрести в социуме для того, чтобы выжить. Чтобы выжить в этом прекрасном мире, нам нужно было стать жестче и обрасти не только этим физическим телом, но и определенным эго. Эго – это наш защитник в какой-то степени, это не всегда наш враг, но так как мы себя полностью отождествляем с эго, отождествляем с вот этим внешним и наносным, мы забыли себя настоящего. И вот випассана, она помогает вам раскрыть вас настоящего. И для чего вам это нужно? Когда вы познакомитесь с собой, вы сможете, помимо того, что ответить на очень многие вопросы, которые вас по жизни тревожат, вы сможете найти тот стиль жизни, который помогает вам существовать очень гармонично со всем миром, вне зависимости от того, что может происходить вокруг, вне зависимости от того, в какие ситуации жизненные вы попадаете. Вот с точки зрения обывательской, да, практика медитации шамадхи и випассаны очень полезна. Надеюсь, вот те элементы, которые мы с вами сегодня проделали, в каких-то домашних условиях, если вы продолжите, получите больше опыт, большую стабильность, вы почувствуете уже эффект. Я предлагаю всем нам ценить наше драгоценное рождение и никогда не отчаиваться, даже если не получаются какие-то свершения. Если прикладывать усилия, если стараться сохранять мотивацию, если поддерживать друг друга вот на таких мероприятиях групповых, когда мы стараемся с вами вместе заниматься, мы обмениваемся энергией, то я уверена, что у нас обязательно все получится. Вот, благодарю вас, что выслушали, что пришли, и надеюсь, до встречи!